В огромном зале представлены движущиеся фигуры динозавров. Они реагируют на движение и сами начинают двигаться и рычать. Внушительные размеры и реалистичность впечатлят даже взрослого. А дети и вовсе в восторге. Мне понравился, если честно, Трицерапторс. Понравилось то, что там динозавр был очень страшный, и он двигался так страшно. О, зубы какие большие! Понравились динозавры. А что в них такого особенного? Они выглядят из костей. Мне нравится здесь все. Я увидел много разных динозавров. Еще я увидел мобильный планетарий и экскурсию про жизнь динозавров. А что понравилось? Мне понравился динозавр Апатозавр. Вот. Своим массивным весом и своей длинной шеей. Всем рекомендую. О каждом динозавре здесь размещена информация. Кто такой, чем питался, когда обитал. Познавательная видеоэкскурсия расскажет больше об этих древних ящерах, которые населяли Землю за много миллионов лет до нас и которые до сих пор тревожат пытливые умы исследователей и являются настоящей тайной планеты. О других тайнах планеты расскажут посетителям в планетарии. Эта часть выставки впечатляет детей не меньше, чем огромные движущиеся фигуры. Мне понравилось то, что там рассказывали о ядре, а я все время мечтал узнать, что в центре нашей Земли. На территории выставки есть чем заняться всем. Для самых активных – интерактивный пол, видеоигра, для ребят с пытливым умом – палеонтологические раскопки, где в песке можно откопать кости, динозавры и многое другое. Любителям головоломок подготовили тематический пазл, а творческим личностям – рисование. Ну и где еще можно прокатиться верхом на динозавре? Здесь так классно, мне кажется, я еще раз сюда приду. Остается добавить, что фото и видеосъемка на территории выставки бесплатно. Время посещения не ограничено. Работает выставка каждый день в торгово-развлекательном центре М5 Молл с 11 часов утра до 8 часов вечера. Выходной – понедельник. Не пропустите возможность познакомиться с огромными динозаврами прямо в Рязани.